Всем привет, дорогие друзья, с вами Эрнест, я продолжаю играть на Advance RP Шоколад. Так, сейчас у меня на руках пока что 70к, как я это сказал, как-то сказал по-ебански, ну ладно. Попробуем сыграть на одну ставку, так как булку я сейчас только продаю, объяву еще не подалась. Попробуем затащить именно так. Так, давайте сначала сыграем на 30к, затем на оставшиеся деньги. Или вот чувак играет на 50к. Так, 346, 50к. Сейчас посмотрим, что будет у нас. Так, мы затащили 50к. Так, хорошо. Затащили 50к. Что, давайте еще кинем 50к ему. Так, я уже не могу. Еще 50к. Так, ага, проиграли. Проиграли мы 50к. Давайте еще раз кинем 50к ему. Только он, что-то ему кто-то уже... А, вот. Давай, нажимай. Посмотрим, что из этого получится у нас. Ты будешь жать, нет? Долго думает. Ай, так. 100к играть, чувак. Может ему кинуть 70к? Может фартанет? А может и нет. Что-то все заняты, что-то никто... Не могу никому кинуть. Вот, чувак, кричит 39к ва-банк. Давайте кинем его 39к. И, конечно же, мы их выиграли. Плюс 40-ка. Так, хорошо. Что-то он злится вон. Архан Алиев. Горячий парень. Так, давайте выбежим с казино. Моя объява сейчас еще все подается. То есть, эту серию я посвящаю казино, так как давно его не было. И все почему? Потому что вышла обнова же, да, теперь казино 7 уровня. И наконец-таки я прокачал 7 левел. И теперь я могу играть в казино. Так, ну сегодня что? Сегодня по плану мы пробуем подняться в казино. Так, кому, чтобы... Или давайте сами кричать тогда. Давайте 20к покричим, пока наша машинка продается. Объява подается, точнее. 50к нам кинули. Ну, была не была, давайте сыграем. Давайте нажмем, не знаю, что будет, но нажмем. Да, ну, ничего особенного. Как всегда, в принципе, проиграли. Давайте ему же кинем тогда 37, 50к. Но он уже не играет. Столько, может согласиться чувак сыграть на 60к. Да, все, мы на нуле. Мы слили 100к свои. Слили свои 100к. И теперь нам остается ждать, пока продастся наш буллет. Когда у нас, собственно, будут денежки. И на, считай, будем на машину сегодня мы играть. На мою ласточку будем играть. Конечно, жалко ее продавать. Но надеюсь, мы отыграемся, и я ее... Снова потом куплю или что-нибудь даже другое. Так что ждем сейчас, пока подастся объявление у нас. Так, ребят, я походу нашел покупателя на машину. Так, 513. Угу. Это дает, пацан. Вонючие бомжи меня еще... Да что ж такое? Так, сейчас продадим, значит, машину. Эй, так, где у нас банк? Давайте банк встанем. Опачки.
Так, он наконец-таки вышел с банка. Так. Привет тебе передал. Привет тебе передал. Раф, привет, да. Так, ладно. Нам теперь нужна машинка. Нам нужна таксишка. Желательно бы. Только где ее найти вот нам? Где бы ее найти? Так, у нас на руках аж 1 180 000. Не так-так много, но надеюсь, хватит этих денег, чтобы подняться. Ну, машина сегодня появится, у нас нет. Стой, 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 братан, мне нужна твоя машина. О, братан, спасибо, брат. Я знал, что ты мне брат. Так, все, спасибо за машину. Ай. Так, ну что ж. Думаю. О, я кого подобрал? В автошколу. Братан, понимаешь, что такое дело? Я, конечно, ничего против не имею, но... Иди-ка ты в очко. Так, ну, братан, извини, просто я еду в казино, мне некогда. Так, сейчас мы, наверное, поедем в Калигулу. Да, я немножко еблан, но все же попытаем удачу там. Сразу говорю, все деньги мы там всирать не будем. Определенную сумму выделим. Если у нас что-то не получится, поедем в обычное казино. Попробуем отыграться там. Но в Калигуле я уже очень давно не был, поэтому, может быть, нам повезет. Не обещаю, но все возможно. Кто не рискует, тот лох. Вот, все, отправляемся в Калигулу и будем там играть. Тут так-то народу немало, слушайте, тут стоит две булки, турики, читахи всякие, нормально. Казино Калигула. Походу, тут уже все деньги забрали или, наоборот, всрали. Или мы сейчас их заберем, либо заберут у нас их. Вариантов немного. Кто тут играет? Какой-то мажорики. Мажорики играют, смотрите. Ага, давайте встанем. Встанем сюда, ко мы так, FPS лимит 20, чтобы у нас не лагало ничего. Так что, поставим пока 80к. Сыграем на этом автомате по 10к, наверное. Да, по 10к сыграем. Посмотрим, что у нас из этого получится. Что у нас из этого вообще выйдет. Чувствую, выйдет полная параша у нас. Эх, а я уже обрадовался. Думал, сейчас 2 ляма поднимем. Но не тут-то было. Это же Калигула, это злое казино. Даже 69 не выпадает, мое любимое число. Ну, слитки хотят выпасть, но не выпадают. Так, давайте играем тут до победы. Хорошо, давайте еще кидаем стука. Уже считай стука в пароле. Сейчас еще впорим. Еще впорим. Стука. Что-то пока нам вообще не везет. Ни в какую. Просто слив денег. Слив денег. О, вот это вот да. Так, где нам найти волшебный автомат? Волшебный автомат. Может быть, вот этот вот победный. Короче, делаем вот так вот. Сделаем все по-грамотному. Поиграем по 30к. Что-то мы должны затащить. Однозначно должны. Но пока нам не везет. Ты смотри-кась.
Ну, это уже что-то не смешно. Не смешно мне. Мне не смешно. О! От души. Только это фигня. Нам это ничего не даст. И это нам тоже ничего не даст. Я хочу слитки. Хотя бы одиночные. У нас уже 800к. Да. Окей. Какой бы нам автомат найти? Автоматик. Так. Короче, какая тактика у нас? Тактика у нас... Никакой тактики нету, просто по рандому. По хардкору все делаем. Так, минус столько. От души. Пока все всираем. Блин. Слиточки. Где же вы? Где же вы, родные? Нам сегодня что-то выпадет, нет? Ребят, казино это зараза. Теперь я не могу остановиться. Так, 500к у нас осталось. Все грустнее и грустнее. Так, у меня объявление только подалось, и я уже продал так машину. Не, дом я не продаю. Вероника тащит, Эрнеста не тащит. Ну почему мы выиграли только один раз, и то бичарскую ставку? Очень обидно. Ну как так, вот как так вы? Вы впадаете вообще слитки, вы что, больные или что? Так. Уже порадостней. Но не сильно. Надо было кинуть 100к хотя бы, чтобы отыгрались. Так. Вот сейчас бы 100к кинул, я бы выиграл 400. Так, ну сейчас дойдем до 300к, наверное, и кинем уже по 100к, не знаю. Просто всираем сейчас машину. Просто всираем булку. Просто всираем свою булку. Так, не знаю, я больной. Я больной. Я дурак, совсем дурак, дебил, дурак. 200к осталось, две попытки. Две попытки, ребят, одна попытка. Плюс 400к, фу. Фу. Так. И также 4 попытки осталось у нас. 4 попытки. Две попытки. Две попытки. Нет, сейчас будет очень все плачевно. Фух. Пока вот нам казино говорит, не надо больше играть, не надо, но я не слушаю. Я все равно играю. Куплю дом 10 миллионов. Эй, чувак, дай мне 5 лямов хотя бы. И снова две попытки. Сейчас нас казино уже отпустит, я чувствую. Да, последняя. Пока, ББ денежки. ББ. ББ. 1 200 000. ББ. 1 300 000 даже. Это был гайд, как просрать свою булку за
сколько там серия вышла минут. Не знаю. Но мы быстро это сделали. Так. Я в растерянности. У меня давление поднялось. У меня поднялось давление. Все, я не могу. Все, не знаю, что делать. Попинать врача, успокоить нервы. Бамс. На этой печальной ноте мы заканчиваем наш выпуск. Да, сейчас я пойду выкину комп через что? Да, это называется окно, точно я вспомнил. И вот такие вот делишки. Всем спасибо за просмотр, поставьте лайк, поддержите меня и мою просранную булочку. А я желаю вам удачи и всем до скорых встреч. Пока-пока.